а плюс b квадрат равно а квадрат плюс... Многие заучивали скучные алгебраические формулы и не знали, пригодятся ли они в дальнейшей жизни. А вот преподаватели нескольких учебных заведений Хакасии сумели доказать, что математика может быть не только интересной, но без нее в сегодняшней жизни никак не обойтись. Например, в техникуме коммунального хозяйства и сервиса, где готовят электриков, токарей, сварщиков и радиотехников, решили приобрести специальные программы, которые помогут студентам ускорить математические расчеты. У нас не хватает на данный момент, допустим, компьютеров, да? И мы хотим закупить планшеты для того, чтобы можно было использовать не только вот стационарный компьютер, который здесь видно в этом классе, но и непосредственно планшеты могут быть установлены где-то или используются в других классах. Кстати, студенты техникума, которым приходится много чертить и уметь рассчитывать сложные схемы электроснабжения, считают, что математика в жизни еще понадобится. Рассчитывать какие-то формулы, вот, например, рассчитать размер класса для того. К примеру, если ты собрался строить дом, тебе же надо вычитать площадь, там, сколько будет у тебя одна комната квадратных метров, к примеру, это же надо высчитывать все по формулам. Будущие электромонтажники привели только одно направление, где может пригодиться математика – жилищное строительство, но есть много других сфер жизни, где такие знания будут полезными. Например, вычислить, какую сумму вы подарите банку за пользование кредитом. Юный знаток математики подскажет бабушке, сколько дней или даже недель своей жизни она потратит на то, чтобы узнать, что у героини любимого телесериала все будет хорошо в ее жизни. Любая домохозяйка посчитает, что выгоднее – ездить на автобусе на рынок, где мясо дешевле, или покупать его подороже в магазине, но рядом с домом. Но проблема в том, что математическая грамотность в обществе падает. Это доказывают результаты школьных экзаменов. Средний балл по стране снижается, поэтому Министерство образования Хакасии впервые выделило 700 тысяч рублей на математические гранты для детсадов, школ и техникумов. Все, что предполагается в проектах, в грантах, рассчитано на то, чтобы дети лучше стали знать математику и они захотели ее изучать. Победители решили приобрести на эти средства в основном наглядные пособия и программное обеспечение, в школах и детсадах объемные геометрические фигуры. Кроме того, лучшие знатоки математики отдохнут в профильную смену для одаренных детей в летнем лагере. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.